этом, да простит меня Анастасия Дмитрук, стихотворение о том, что мы все-таки будем братьями. Простите нас, родные россияне, пока еще вращается земля, мы братьями вам быть не перестанем. Нас предала не родина моя, не люди, что на площадь выходили, пытаясь наболевшее сказать, а те, кто нашу родину купили, купили, чтобы выгодно продать. Правители приходят и уходят, кого-то помнят долго и с добром, но комом каждый президент выходит, как первый блин в моем краю родном. Нас ссорили с экранов и смеялись, что разругались братья в пух и прах. Но верю, мы в душе людьми остались и понесем друг друга на руках. Когда из нас кого-то ранят в спину, не будем о гражданстве вспоминать. Я верю, что не может Украина на братские народы наплевать. Простите нас, что вас не пропускаем на собственных границах, как врагов. Простите, что каналам доверяем, где нас считают все за дураков, показывают войны, истерию и получают в долларах паёк. Но нету Украины без России, как без ключа не нужен и замок. Мы все одна семья, пусть разругались, но ссоры ведь случаются в семье. И главное, чтобы мы людьми остались, а не зверьми, готовыми к войне. За земли, за туманные идеи, забыв о том, что детям нужен мир. Я думать по-другому не умею. А мы для нашей власти просто тир. Хотят, на нас же армию направят. Хотят, на воздух нам введут налог. Но разлюбить Россию не заставят. Пока мы вместе, с нами вместе. Бог.